Друзья, всем привет! Специально для подписчиков, исходя из последнего видео, меня спросили, чем где я коптил, что там за такая конструкция с водой. И еще сейчас все расскажу, специально для этого снимаю, хотя ролики есть подобные, как делал, все расскажу. Мы это делали, в дяде Ване коптили, я ему подобную копилку подогнал из нержавейки, она у него поуже и повыше, и в три яруса сразу загружается, ссылочку я дам. То есть она так прям цельная этажерка, и вы сбоку вставляете. Принцип. Сюда насыпаются опилки. Я вот предпочитаю дубовые, можете яблочные, какие угодно. Желательно залить их водой. Если делали что-нибудь сало или там что-то замариновывали, то лучше вообще в маринадом залить, чтобы они прям сырые. И дать там несколько минут пропитаться, чтобы они прям в воде были. Потому что я не копчу, чтобы само сало или мясо было сильно много угара. Соответственно, пока вода испаряется, они у вас как духовки получаются. Принцип какой? Вот здесь, допустим, насыпанные опилки с водой. Мы ставим сначала ванночку. Извиняюсь, это вчера все работало, еще ничего не убирал. Ставите вот эту штуку. Сюда жир собирается. Потом ставим решетку с... Вот, это все нержавейка. Сюда один слой складываете. Потом второй слой. Ну, то есть, если вам сильно много того, что вы коптите. И потом закрываете крышку. То есть, если это все будет рыба, там 20-30 минут, если мясо, сало до часу точно хватает. Все это на огне. Не обязательно даже на огне, а больше, чтобы там что-то шаяло. Сильный огонь тоже не нужен. Подбрасывайте доски, там будут у вас угли какие-то. То есть для этого дрова не нужны, какие-то специальные угли или специальные там березовые. Здесь любой хлам можно сжечь. Ну и через час все это открывается. Самое главное, что мясо пахнет дымком. Оно при этом, если кому не нужен канцероген, поменьше. Просто горячей водой это все моете. И получается то, что получается. Картинки я вам в начале видео была. То есть это то, что мы вот вчера доставали. Оно же прям розовое. И на кости мне нравится это дело. Здесь все хорошо пропекается. Курица, рыба, все что угодно. Вот говорю, у дяди Вани Баева точно такая же. Только она не разборная, вот эти все решетки. Они у него просто так этажеркой сразу сделаны, в три ряда. И ручка, вы так ее целиком бамс поставили, целиком достали. Еще раз повторяюсь, ролик там, как мы с ним коптили внутри. Я не сыплю в сухом виде, потому что сильно много угара, если будет. Тут даже с водой оно вот как угорает сильно. А с водой не сильно это получается. Если рыбу, то можно ее сильно вообще, ну, на плавеньком огне и побольше воды, то можно просто затушить она будет. Вот такая-то вся конструкция. Ничего сложного нету. Я думаю, догадаетесь. Банка нержавейки, которая должна быть герметична с водой. Крышка не принципиальна, хотя многие коптят, у них есть гидроузел. Здесь такой гидрозамок, когда доливается вода и ставится крышка, и только пузырьки выходят. И такую стену. У меня есть такая квадратная. Ну, я не понял большой разницы, что ну, выходит где-то здесь что-то там. Булькает, тут не принципиально. Вот. Такая вот штукенция получается. Вот, а барбекюшница, вот надо будет ее до ума доводить, все-таки закрывать сбоку отверстие немножко. То, что все пишут, что прогорит, да я знаю, прогорит. У меня он мангал за 6 лет прогорел, за 7 даже. Это ничего вечного нет. Найду газовый, сделаю из газового. У меня сюда этот баллон 3 года в подвале валялся, потому что сам насос развалился, мотор остался, а насосу криндык пришел полный. И мембране практически уже вторая была на нем. То есть не переживайте сильно за него. Вот. И вот он послужит. Самое главное, что может быть даже будет не то, что... Сейчас вам покажу его. Не то, что постоянно может быть пользоваться им, как он будет тот же переездной мангал. Плюс этой штукенции в том, что здесь сделаю карабинчик. За ручку сверху взял и в машину поставил. Как перевозной. Мангал-то у меня тут весь умер уже. Надо вырезать. Железо все. Кирдык. Вот с нержавейки сделаны. Я его даже не сваривал. Вчера вот у нее коптилка стояла. Здесь двойка. На обычные уголки. Ну как уголки обычные, они тоже с этой же нержавейки на болтиках. Даже заклепки еще не делал. Посмотрю, насколько это все надолго хватит. Еще осталось ножки. Мне брат привез сразу ножки из нержавейки. Тут вот такие еще здесь ножки. И еще он мне привез, тоже он там на железе там работает, нержавейки. Видите, как отверстие. Привез сами шампуры. Вот для них нужно будет ручки необычные сделать.
Ну и вот сюда он привезет мне кружочек, который будет закрывать тоже из нержавейки. А так штука прикольная. Плюс ее, не... я думал, что будет готовиться сверху, но это, кажется, заблуждение было. Здесь принцип другой. Здесь быстрее просто приготавливается, и все равно нужно, как америкосы, железной там плоскостью какой-то там переворачивать. Как там на кухне называется, сходу не вспомнил. Ну, в принципе, понял, что они тоже какие-то свои котлеты жарят. Только у них вообще эти все барбекюшницы на газу. Там я не вижу ничего прикольного. Газовые баллоны. Вот. А у меня вот еще шампур он привез. Видите, все одним дублем снимаю, прям с телефона. На второй канал это можно. Еще не распечатывал. Тоже из нержавейки. Надо будет сделать какие-то ручки необычные. Просто тупо тут точить цилиндр что-то не хочется. Может и придется, но попробую сначала поизгаляться, что-нибудь придумать. Поприкольнее, чтобы они были. Ну, хотя бы даже потом кому-нибудь подарить. У них, может, столько и не нужно будет. Ну, вот такой вот вопрос. Специально для подписчика, которые спрашивали, что за коптилка, как она устроена. Я все вам показал. Делитесь видео, друзья. Всем спасибо за внимание. С прошедшими всех праздниками. Удачи всем. Пока.